Nicholas Kurnik. И мы с вами сегодня играем в Real Car. Вот мы будем научиться вот так аккуратно водить вот такой вот эти шикарнейшие машины. Какой-нибудь, ну да, это, наверное, скорее всего, корвет. Просто выглядит шедевр. И нам надо проехать и не цеплять, стараться вот эти вот конусы. Это у нас пока получается. Также хочется с этих сторон перекрутить, показать. Хорошо, как такие возможности есть в игре. Очень красивая игра и графика. Просто. Еще какие-то стоят. Припаркованные. А надо ее припарковать. Куда нам надо? Нам надо вот сюда заехать. Отлично. Что сложно? Следующий тур. Не так, посложнее выехать, стараться. Давай. Краски. И машину иметь это красный. Это бывает очень плохо, это бывает просто
Переехали. Это сделать. Потихонечку. Да, то, что пикает, это означает то, что мы очень близко к тому, чтобы врезаться. Краше другую. Эй, Байслан Барджини. Какой же красавец. Мне очень эта игра понравилась. Эй, смысл красный. Да, очень красиво. Время вроде если бы такая педаль нас подводила, то это вообще не. Thank you.
так еще прям худящий. Ну все, с вами был Questonic. Всем пока.